поход. Здравствуйте, студия Светлана Удельная. Новости культурной жизни города. В ближайшие минуты поведу вам, куда сходить и на что посмотреть. Сегодня в галерее «Прогресса» в 8 вечера электронный проект «Поле» от Алексея Полянина. Это молодой музыкант из Екатеринбурга, гитарист группы «Сансара». Завтра в ДК «Родина» государственно-академический ансамбль народного танца Игоря Моисеева. В Чапае сегодня группа «Восток-1». Стиль этого коллектива определить очень сложно. Это живой звук и игра с примочками, женский вокал. После на сцену выйдет еще одна кировская группа. Они играют музыку Тарантино, море энергетики. Сидеть на месте просто невозможно. Начало в 10 вечера. Завтра в книжном клубе 12 «Латино-джаз» от «Эль-Танго». Начало в 20.00. Кстати, 25 числа, а это день рождения Владимира Высоцкого, Макс Иванов, лидер петербургской группы «Торбы на круче», на сцене «Клевер-паба» с акустическим концертом. Предстанет пред нами он со своей гитарой в 19 часов. Там же 31 числа рокобили банда «Шейкерс». От этой знаменитой четверки за последние 20 лет их существования все ждут только одного горячего рокобили с безудержными танцами. Верные своему стилю, сбежавшие из 50-х годов, музыканты ударят по струнам в 20.00. 8 февраля в Чапае день рождения Боба Марли. В честь этого к нам приедет Степан Соболев. Раньше Степа был участником петербургской группы «Сок», после пробовал себя в «Битве хоров», а сейчас у него сольный проект, поет и играет на гитаре, сочиняет песни, неизменно любит регги и песни Боба Марли. Перед нами во всей красе Степа предстанет в 23 часа. А на следующий день, после Дня Святого Валентина, к нам приедет фронтмен московской рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин. Этому коллективу уже более 20 лет. Кстати, две песни с их последнего альбома сейчас активно крутятся на музыкальных радиостанциях соответствующего формата. «Тараканы» приезжали в Киров осенью, отыграли концерты в Гауди-холле. Сейчас лидер группы решил посетить нас вновь, и 15 февраля он приедет с диджей-сетом. Все в лучших традициях олл-найтер-вечеринок. На этом у меня все. Встретимся уже совсем скоро и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. Культ-поход.